Всем привет, дорогие друзья и подписчики, с вами Димка без Кьюти, и мы играем в Хитмана, который вышел буквально 20 минут назад. Я очень долго ждал его релиза, как только, наверное, Absolution вышел. Опа, видосик, давайте посмотрим. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like, taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Welcome to advanced training. Your first mission originally took place in Sydney, Australia. The target was Calvin Ritter, also known as the Sparrow. Master thief for hire, specializing in rare and priceless art. Our agent cleverly infiltrated Ritter's private yacht during a social gathering and discreetly eliminated him without any of the guests noticing. Now you will do the same. Oh, and don't worry about the training operatives. All weapons are simulated. Good luck, initiate. Итак, нам наконец-то разрешили сделать работу. Но здесь все знают, поэтому... Вот уже говорит, пройдите сходням. Я иду сходни. Я не в листе? Как так? То есть из-за того, что я одет так? Ах ты сукин сын, ну ладно. Проникнуть в зону хранения. X. Alright, так. Молодой человек, бесшумное устранение. Мне надо вас устранить, извините. Я не специально, и еще слова ему в шею. Угу. Так, давайте переоденемся в его одежду, оставим в трусиках. Главное, чтобы он не замерз, мы унесем его в комнатку, чтобы там было тепло. Интересно, можно его смыть в унитаз? Боже, иди сюда! Что? Чего остался? Дружище. Так, мне надо уйти, ходить отсюда. Alright. Так, угрозы. Вы можете вызвать подозрение людей, отмеченных как угрозы. Не попадайтесь на глаза. Хорошо, ты не должен меня увидеть. Не заметил. Контур использовать инстинкт. Я вижу цель. Я понимаю, это воробей. Наша цель. Кш, кш, кш. Работник идет. Служащий. Он будет наверху. Он проследит и протирает рукой стол, хотя тряпка совсем другая. Молодец, хорошо выполняешь свою работу. Да-да-да, теперь я умею тереть тряпкой, спасибо тебе. Очень удобно. Удобнее, чем рукой. Оп, оп-оп-оп, нет, не пускает меня. Титуган. Титуган. Он здесь туалет.
Месси! Месси! Я твой фанат! Нет, я не твой фанат! Я забыл. Я не фанат футбола, точно. Так, а как мне к нему пройти? Подождите, мне одеться официантом с яхты. А ну, подождите, там дверь, по-моему, видно. Нет? О, действительно, здесь дверь. Питание предмета. Бросает оба предмета в людей. Можно оглушить, не убивая. Если найдет, поднимут на ноги. То есть, а может... Тупые предметы в тупых людей. Ха! Он пробует суп, сука! Лови! Так, сломай шею. Замаскируемся. Не будем убивать этого парня. Пусть живет. Он всего лишь пробовал суп и не словил гаечный ключ. А я как-то, когда был в Америке, занимался бейсболом, и мне кинули мячик, надо было ловить перчатку и кидать обратно. В общем, я не словил мячик. И всю тренировку сидел со льдом. Была очень увлекательная тренировка. Так, уходи. Куда она делась? Подождите, там тревога, потому что... Он сквозь текстуры пролетел? Они меня ищут, потому что он вылетел? Серьезно? Люди! What's wrong with you? Итак, мне нужно попасть наверх. Что мы будем делать? Итак, где он там? Угроза. Риттер знает свою команду, но если вы создадите видимость работы, то, вероятнее всего, он вас не заметит. Избегайте обнаружения, работая в баре. Работать в баре. Опа. Работаем. Это все, что мы можем. Отлично сработано. Я думал, мешать будут какие-то напитки. Ну, наверное, жду, что заказа. Я ж не буду просто так. Сейчас, одну секунду. Мне кажется, она очень громко разговаривает. Да, она очень громко разговаривает. Надеюсь, она больше так не будет. О. Шикарно. Дедуган. Мы уже виделись. Как идиот, красиво. Воробей, который не может умереть. Супергерой воробей. Не очень круто. Мистер Норфолк, so good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. No. После шести. Not before six. My wife. Это как диета, после шести кушать нельзя, а здесь наоборот, пить после шести только можно. Excellent timing. I just had the. Кстати, что здесь на столе? Yes, please. Lead the way. Я думал, они попросят что-нибудь сделать им. Очень зря. У меня есть фирменный коктейль с мыло смешать с вином. Вкуснятина, ребята. Усмирить. Пш, пес. Я с ними. Тебе сказать не ему, мне. Окей. Так, ну тогда вы любуетесь. Красивая статуя. Я ее заберу. Не спалили. О, здесь скрыть замок, но я думаю... Ой, меня спалят. Давайте его. Здесь окошко. Перепрыгнуть. Сохранить, загрузить. Мне учат сохраняться. Спасибо, игра. Most of my clients are art collectors. So what is it anyway? Some type of reactor? Ну, ребята, общаются, мне надо проследить. Неплохой у него монитор, сразу видно, бизнесмен. А, не спалишь. Не смотри на меня. Что-то они очень долго разговаривают. Мне не нравится. Что мы можем сделать? Давайте голову кинем. Куда я прячусь? Смотрите фокус, оп, в ногу. Возьмите пистолет с глушителем, окей, берем. Устраните цель. Он просто лег, Это точно не. Бежать! Куда, как можно сбежать? Вниз надо спускаться. Бежим. Угроза, член экипажа на пристани распознает маскировку, найди другой способ. Снизу, я помню, было.
Я помню, я снизу был выход. На Мерси приехал. Ой, еще и Реношка. Приехали прям в корабль. Как они сюда заехали? Здесь же... Ладно, неважно. Это все постановка. Надеюсь, того парня не нашли. Закончить миссию. Бип. Ей, победа! How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They can only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint, he could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points, to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. I just got word. Romania was a dead end. You're saying that he lied? Place is real enough. Deserted. But we found no trace that your man was ever there. Or anyone else, for that matter. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course. But frankly, it's as if the Earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'll be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching. The final test is based on an authentic 1979 mission, the high point of Training Director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This is your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, he even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program will not raise any eyebrows. He did not, however, factor me into the equation. If Soda's can bend the rules, then so can I. Итак, наконец-то испытание. Как я понимаю, это миссия из теста. Я в нее не играл и решил уже дождаться полностью игры. И давайте посмотрим. Диалоги могут быть очень важными. Слушайте внимательно. Хорошо, игра, спасибо. Did you print out the safety protocol for the jet? Возможно, давайте перепрыгнем. Look, we really have to do this, all things considered. We're putting a pasty-faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kinda think we do. I get it, I get it. Safety first. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just tick the box and get it done. Okay. Escape by fighter jet. Sounds dangerous. Так, ну он пытается уйти на самолете. Красиво еще. И опасно. Окей, там. Парниша, о, монетка. Парниша что-то там подсчитывает. Сюда какой-то солдатик идет. Давайте подождем солдатика. Что он хочет? Солдатик, чё тебе надо? Подошел посмотреть, говорит, люблю я тебя, Михалыч. Михалыч. А что, они помолчали и все? Шикарно. Либо у меня диалоги, ребята, перестали опять работать. На, фью. Тихо, братан, тихо. Так, ориентация при помощи возможностей. Набрать игры, помощь ориентиров. Ну, давайте оставим пока. И спрячем этого солдатика тогда. В этом прекрасном ящике. Я надеюсь, тебе здесь понравятся здесь опилки. Чтобы было тебе мягко.
хочу залезть вовнутрь, чтобы включить радио. Так. Там музыка играет, послушай. Люблю эту музыку. Бляха. Чуть не попался. Такая решетка. Так, этот нас не узнает, так кто же нас может узнать? Doesn't make sense. The man is like a sitting duck. Шикарно. It's only a matter of time before Langley. Так, здесь какая-то записка. Я надумаю, здесь стоит ее прочитать. Техника безопасности. Jasper Knight certainly knows how to make an exit, but first he needs to test the jet's safety equipment, including the ejector seat. Ha. Huh. On the other Soviet spies in the US. Documents. Отлично. Молодой человек. Мне надо вас усмирить. Вы слишком дикий. Бедняга просто здесь тусовался, никого не трогал. Но зато у тебя есть отличный ящик, где очень мягко. Никто не замечает механика, действительно. Он как стелс-ниндзя. Его не видно, но он есть. Так, не надо с другой стороны. Okay, she's refueled. Фак, там меня узнают же. Yeah, go ahead. I disabled the ejector seat mechanism. Ребята! Бляха, давайте попробуем монеткой их отвлечь. Монетка всегда отвлекает, ребят. А, палят нас. Как же вас отвлечь? Может так? Смотри, деньги. Вау, деньги. Я никогда их раньше не видел. Так, окей. Никто не смотрит. Гаечный ключ. Фак, я видел, там был. Там был гаечный ключ. Черт. Надо было сразу взять. Теперь немножко не очень удобно мне будет без этого. Без монетки. Так, я вижу, что-то здесь лежит. Крысиный яд, окей, рвотный. Я не думаю, что мне сейчас поможет. Мне бы еще деньги. Слышь, четвертак есть? Так, я включу. Пока никто не видит последний фрагмент пазла. Ловушка установлена, теперь найди Джаспера и проведите процедуру проверки безопасности. Процедура описана на планшете. Well done, initiate. Mr. Knight, we did some readjustments to the jet, and we'll need to do another safety check. Is this strictly necessary? Конечно. Very well. Все, пошли. Это обязательно, самое главное сказать. В прошлый раз ты за мной не последовал, и ты пожалел об этом. Ты плакал ночью. Давай быстрее. Я тут. Is it dangerous? Да опасно это, конечно. Пошли. Я знаю, что это опасно. Пошли, Найджел. Господи, как женщина ломается. Нам не сюда, Найджел. Нам не сюда. Я иногда хожу в стены. В общем, Найджел. Вот этот самолет. Большой такой самолет, Найджел. Да-да-да, шахматист мой. Вот. Так, где бумажки там? Не, наверное... Включу-ка я двигатель. Нет, слиться с окружением. Итак, начинаем. Climb in the cockpit, please. Залазь. Сядь в самолет-то, Найджел. Тупенький. All right. Easy. Он мне верит. Давай, Найджел. Шаг за шагом. О боже, что сейчас будет? Что мы сейчас сделаем? Аккуратно сел. О боже мой. Так, предохранители. Ремни давай. Okay. Готово. Так, найти рычаг. Locate the ejector seat handle. Не можешь найти? О, молодца. Yes, и тяни! Ревку тяни!
Бляха, это все по-настоящему. Улетел парень. Так. Я даже не знаю, что с ним делать. Мне, наверное, надо уходить отсюда. Так, выход только один, что ли? Да, выход только один. Так, меня этот солдатик узнает. Поэтому я пробую уйти куда-нибудь подальше. В темный переулок. Боже, как же он улетел. Как мне понравилось это. Так, какое-то тело нашли. По-моему, это этот парень. Так, надо ему кинуть денег, чтобы он отс... Нет! Он так слабо кинул! Бляха-муха, он так слабо кинул. Я даже не понял, почему. Так, херач молоток туда, далеко-далеко. Бляха, и здесь он задел. Так, я тихий, как кошка. Теперь еще раз беру монетку. Он так слабо кидает монетки. Прям как будто слабым стал. Хитман был убийцей, стал слабым кидателем. Я, по-моему, в команду по баскетболу не взял. Ребята, деньги! Деньги! Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Как я их, ребята, а? Размансил. Так. Как дикая кошка. И уходим отсюда. Я мог взять молоток. Зачем мне он нужен? Хотя в хозяйстве молоток лишним не бывает. Пэм. Спасибо. Спасибо огромное. Я доступен. Мне дали доступ к работе, господи. Я доступен. Допущен. I hope you know what you just did. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. Always the best. Nobody ever came close. You define the art, and it defines you. Your actions have changed the world. Men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I
I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me.